Хочешь хорошую работу? Учись. Этот лозунг стал лейтмотивом мероприятия, которое провел Институт дополнительного профессионального образования МГТУ. Студентам вуза не только рассказали, какие дополнительные знания они могут получить параллельно с основным обучением, но и организовали для них встречу с потенциальными работодателями. Институт дополнительного профессионального образования и кадрового инжиниринга «Горизонт», говорилось на встрече, не только проводит переподготовку уже работающих специалистов. Главная задача этого структурного подразделения МГТУ – дать возможность студентам вуза получить дополнительные знания. В заключение, вы можете получить не только диплом о высшем образовании, но и диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации и свидетельство о профессии рабочего и должности служащего. Приглашенные на мероприятие гости, представители промышленных предприятий, обозначили перед студентами свои требования к молодым специалистам. Это и способность работать в команде, и креативность, и нестандартность мышления, и открытость для инноваций. Но главное – обладать знаниями и постоянно их повышать. Получая знания здесь, в высшем учебном заведении, конечно, это не очень достаточно. Надо пользоваться другими литературными источниками и подкреплять те полученные знания дополнительным образованием.